начинает путаница. Смотри, сворачивающий направо. Ой, блядь! Зеленый тон должен быть красный, конечно. Да, они думают, что и зеленый тон, и красный. Да. И вот здесь такая ситуация. Даже на красный свет не всегда, тут получается 15 минут. Я с пробками, блядь, с красным светом.
У них этот подъездной путь. Ой, дивизия, блядь. Ебать. Ну там больше никто не летит. Ебать, твою налево. Нихуя себе, вот это мы на камеру. Собой поделать не способен, не знал я что, ведь я такой не приспособлен, да уж таким как я. Сейчас купим все, потому что блин, так это нормально. Все интервью Михаила Миллера. Слушайте. Руснул.